Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо з політичним оглядачем Юрієм Райхелем про політичну і економічну ситуацію в світі та як впливають ціни на нафту і війни, нафтові війни на Україну. Доброго дня, пане Юрію. Здравствуйте. Розповідайте, от нещодавно, буквально на днях, обвалилися ціни на нафту. Росія в паніці? Ну, как вам сказать, с одной стороны, Россия в панике те, кто понимает, что произошло. А те, кто не понимает, что произошло, и те, кто, безусловно, доверяет федеральным каналам и всему тому, что рассказывает Путин и его присные, то они считают, что наоборот, знаете, был такой мультипликационный фильм в советское время, «Айболит 66», угу. И там герои пели. Это очень хорошо, что пока нам плохо. Вот. И вот примерно то же происходит, только они не в полной мере это осознают. То, что мы вот сейчас обвалим цены на нефть, мы в бараний рог скрутим американскую нефтяную промышленность, в первую очередь тех, кто добывает сланцевую нефть, при этом никто не говорит о том, что кроме сланцевой нефти, в Соединенных Штатах добывают и традиционную нефть, и довольно в большом количестве. Вот мы покажем американцам, так между нами говоря, проскальзывает, вот наш ответ за то, что они, значит, остановили «Северный поток-2». Не только. Тут у этого действия российской власти по выходу из соглашения ОПЕК-3, не только, конечно, отомстить янки за все их действия, за то, что как они обижают Россию, это фактор гораздо более много, ну, такие вот факторы многие, в том числе на Иран, потому что от падения цен на нефть очень сильно пострадал Иран. Это Турция, с которой они еле-еле договорились, и соглашение это по Идлибу и Сирии висит на волоске, и там еще очень большие проблемы могут возникнуть в самое ближайшее время. И они, в общем-то, не очень ясно понимают, что им делать с эпидемией коронавируса, потому что под вопросом стоит день голосования 22 апреля по изменениям в Конституцию. Но это еще, как говорится, половина беды. А что делать 9 мая с парадом Победы? Если эта эпидемия не остановится, то уже сейчас половина зарубежных деятелей сказали, что не приедут. Причем многие говорят, что не приедут, ну, чтобы их не... Ну, вот эпидемия, ну, что сделать, мы не приедем. В других условиях это был бы политический демарш, а так это выглядит вполне естественным. Вон, премьер-министр Италии не выходит из дома и работает дома. И то же самое с многими европейскими руководителями государств. И это все закручивается в достаточно такой тугой узел, в связи с тем, что начинается и уже, собственно говоря, наступила мировая экономическая рецессия. Цены на нефть и так бы упали, они уже начали падать в конце прошлого года, просто эпидемия коронавируса подстегнула этот процесс. Может быть, он бы происходил более плавно, и то, что сейчас мы имеем там $30-35 за баррель, а сейчас фактически меньше, то мы бы, может быть, это имели в сентябре-октябре, а так мы имеем в марте. Но в принципе, мир вступил в экономическую рецессию, и которая может плавно перейти в экономический кризис, и снижение цен на нефть – это один из факторов, который показывает индикаторов вот этого сползания в экономический кризис. Вот такие вот последствия в первом приближении, хотя у них есть и более глубокие. Ну, если вот эти разговоры о том, что они скрутят американскую нефтянку, и, знаете, есть такая украинская пословица «Покитовсти схудне, худий помре».
Вот. Не им тягаться с Соединенными Штатами. И даже если предположить, что там действительно добыча сланцевой нефти несколько дороже, чем, допустим, традиционным способом. Но, во-первых, финансовые возможности Соединенных Штатов просто по сравнению с российскими не ограничены. Во-вторых, они уже сейчас обсуждают вопрос о том, чтобы снизить налоговую нагрузку на свою нефтяную отрасль в первую очередь, ну и на сланцевые тоже. Ну и потом, вы понимаете, да, кто-то разорится. Это, в общем-то, в рыночном хозяйстве естественный процесс. Но кто-то же купит их имущество, их фирмы по пониженной цене и в необходимое время вернуться на рынок. И думать о том, что закроется американский нефтяной рынок, в принципе, сланцевый, ну, это просто верхоглядство или сознательной дезинформации, в первую очередь, подведомственного Путину населения России. Так что здесь экономические, политические, социальные проблемы. Еще я уточню, что в американской нефтяная промышленность, допустим, представим себе, что она закрылась, остановилась. ВВП Соединенных Штатов понизится на 0,2%. Они вообще это не заметят. А то, что цена на бензин упала уже в Соединенных Штатах и уже начала падать в Европе, вот это в автомобилизированной Америке очень быстро заметят. Потому что если бензин упадет на 10 центов, то это очень многие американцы ощутят прибыль в своем кармане, потому что они меньше будут тратиться на бензин. Так что это неизвестно, кто от этого выиграет больше в длительной перспективе. Тем более, что Саудовская Аравия уже продает в Европу свою нефть, а она по качеству лучше российской, по 25-23 доллара за баррель. То есть они наступают на традиционные российские рынки в Европе. Значит, Россия, Urals, российский Urals, он вообще дешевле Брента. Если Брент 30, допустим, 30 долларов, то Urals где-то порядка 26. Стандартная ситуация. На 4-5 долларов Urals дешевле. А если сейчас саудиты будут по 25, значит, цена 20 долларов за баррель для российской нефти, то, о чем они в страшном сне не могли подумать, она становится реальностью. Ну и последнее. Все это уже в апреле. В марте пока все останется так, как было в феврале. Ага, тобто перед, все ж таки перед Днем Перемоги, перед побідобісним парадом вже росіяни і ну, влада, принаймні, яка розуміє, що відбувається, вже щось таке відчують якісь. Да они это все, в общем-то, высчитали, они надеялись. Это вот такой, знаете, блеф. Они надеялись, что с ними никто не справится, и они для них то, что Саудовская Аравия подняла эту перчатку и объявила им войну, ценовую войну, для них это было огромной неожиданностью. И теперь они нагло себя вели. Знаете, Восток – дело тонкое, и там очень много придают значение символов. И вот этот министр энергетики России на заседании ОПЕК+, вдруг встает и говорит: «Мы уходим». Чего? Вдруг? Без объяснения причин? Мы не хотим дальше вести переговоры. Но на Востоке так не принято. Мы же знаем. И теперь они звонили в Саудовскую Аравию, в Министерство энергетики, и даже пытались к кронпринцу дозвониться, а те не берут трубку. Никого немає вдома. Да, вот. Теперь пожинайте плоды. Яким боком це аукнеться Україні? Що Україні від цього всього, я не знаю, такого східного розлучення чекати? Ну, тут теж все неоднозначно. З точки зрения падения цен на нефть, уже вот появились сообщения, что на некоторых бензоколонках уменьшают цены на бензин, где на 20, где на 50 копеек. Были даже сообщения, что на гривну. И с точки зрения наших аграриев,
которые вот-вот стоят перед посевной. Допустим, падение цен на горюче-смазочные материалы, для них это, конечно, очень выгодно. С одной стороны. С другой стороны, девальвация гривны, мы уже видим это, как говорится, невооруженным глазом, хотя тут в значительной степени элемент паники, и, судя по всему, этот процесс как-то начнет сглаживаться. Девальвация гривны, уменьшение поступления иностранной валюты, оно, конечно, скажется на том, что будут расти цены в основном на импортные товары. Ну, мы же очень сильно зависим от импорта, например, импорт лекарств. В условиях, тем более, такой напряженной обстановки с медицинской точки зрения, связанной с вирусной этой эпидемией, значит, для аграриев могут возрасти цены на запасные части, на, там, допустим, минеральные удобрения, которые покупаются за рубежом. И так далее. И сырьевые страны в кризис, экономический кризис, всегда страдают в первую очередь сырьевые страны. Мы относимся к таковым. Конечно, те мощнейшие государства, которые имеют очень диверсифицированную экономику, типа там западноевропейские страны, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Япония, они, конечно, пострадают меньше, во-первых. Во-вторых, у них больше финансовый ресурс. В-третьих, у них больше возможности перебрасывать за счет одной отрасли в другую. И они меньше зависят от падения цен на сырьевые ресурсы. И наоборот, снижение цен на сырьевые ресурсы им положительно на их, там, допустим, машиностроение. Поэтому мы, конечно, будем в довольно сложной ситуации, и на это надо смотреть открытыми глазами, но и, с другой стороны, не паниковать, потому что если сравнить с кризисом 2014 года, то Украина, конечно, в более хорошем положении. Снижаются цены на газ. Мы, с одной стороны, сырьевая страна, но, с другой стороны, мы же и сырье потребляем в большом количестве. 80% нефти, ну или нефтепродуктов, мы импортируем. Снизятся цены на нефть, соответственно, снизятся цены на эти продукты. Мы импортируем газ. Снизится цена на газ, соответственно, меньше доля энергоресурсов, ну, стоимости в производстве продукции украинских предприятий. Вот уже «Нафтогаз» заявил, что в марте еще снижает цену на газ для населения. То есть это неоднозначный процесс, и в разные периоды времени те или иные факторы будут более сильно воздействовать на процесс или менее сильно. Поэтому мы не знаем, как долго продлится эта ценовая война на рынке нефти, например. Мы не знаем, насколько упадут цены на сельхозтовары, а это один из основных экспортных ресурсов Украины. С одной стороны, все каждый день нужно есть, а с другой стороны, Китай уменьшил покупку продовольствия. А это значительный рынок для наших сельхозпроизводителей. Надолго Китай это остановил. Что будет в июне месяце? Мы сейчас, ну, прогнозировать это дело совершенно неблагодарное. И самое главное, а как долго продлится ценовая война на нефтяном рынке? У кого хватит больше ресурсов? В России говорят, что у них триллион долларов в фонде национального благосостояния, но при этом не упоминают, что ликвидных средств в этом фонде только 127 миллиардов. А все остальное – это ценные бумаги, в первую очередь американские, кстати говоря. И если эти ценные бумаги выбросить на рынок, то они сильно понизятся в цене. Поэтому реально это не 10 триллионов рублей, как они рассказывают на федеральных каналах, а гораздо меньше.
и что потребуют российские нефтяники, которые оказываются в кризисной ситуации, там, допустим, к лету. Они же бросятся к отцу родному и будут кричать не своим голосом: «Владимир Владимирович, спасай!» Значит, нужно будет брать деньги из фонда национального благосостояния на поддержание российской нефтяники. Нефтянки, если цена, там, допустим, 20 долларов за баррель, задержится в течение, допустим, двух кварталов. Поэтому сейчас очень сложно предугадать, но динамика, к сожалению, достаточно пока негативная. Как для России, так и для нас. Ну, естественно, потому что мы же уже встроены в глобальный рынок. И если глобальный рынок показывает падение, то мы же не можем быть островом обеспеченности в этом бушующем море. Ну, це зрозуміло. А що стосується, наприклад, війни на Донбасі? У зв'язку з тим, що в Росії зараз ресурсів не так багато, як ви вже сказали, то чи є якісь, не знаю, такі передумови до того, що все ж таки Путін трохи зменшить свій натиск? К сожалению, здесь ответ отрицательный. И причина тут не экономическая, а геополитическая. Потому что в условиях экономических затруднений очень хочется искать выхода в маленьких победоносных войнах. И с этой точки зрения у Путина сейчас три победоносные войны, как он считает. Первая – Украина, вторая – Сирия и третья – Ливия. Ну, в Ливии они там как-то уменьшили свою активность, хотя она забирает достаточно много ресурсов. Поэтому в Сирии добиться перелома им не удалось, несмотря на значительные вложения и поставки, и размещение там увеличивающегося контингента российских войск. Во-вторых, они держат большое количество, ну, относительно большое количество кораблей Черноморского флота в Средиземном море. Хвастаются ракетами «Калибр», но хвастаться это дело одно, а как она будет стрелять? Пока стрельбы ракетами «Калибр» не показали высокого результата. Но это отдельный вопрос. Поэтому очень возможно, что в этих условиях, когда внутренние проблемы нарастают, возникает желание что-то сделать вовне и на федеральных каналах порассуждать об очередной победе там, российского оружия или российской дипломатии и великого отца родного. И в этом смысле Украина, во-первых, она ближе. Сирия вообще непонятна российскому населению. Что они там, что Россия там делает в Сирии, не очень понятно. А вот Украина понятна. Украина рядом, Украина понятна, и поэтому там, как говорится, понятно, что там делается. Поэтому вопрос тут как раз в том, что они попытаются в полной мере, они этого не смогут, но какой-то реванш взять. Тем более, вот была последняя демонстрация в Москве, и там произошел очень интересный эпизод, который у нас почему-то об этом не писали или писали очень мало. В какой-то момент, там их было демонстрантов, пусть не очень много, где-то порядка 8 тысяч человек для Москвы, это немного, но тем не менее. Они в определенный момент опустились на колени и подняли лозунг, такой огромный баннер длиннющий с надписью «Прости нас, Украина». Ого. И это фактор очень характерный для некоторого изменения внутриполитической повестки в России в относительно Украины, потому что война в Украине превратилась в внутриполитический российский фактор. И власть, она попыталась замолчать это, то, что произошло. На каналах федеральных это не показали, но они это увидели. И то же самое примерно произошло в Санкт-Петербурге, где люди шли, обвязанные украинским флагом, с примерно такими же лозунгами.
и в Новосибирске была, пусть не такая многочисленная демонстрация. Поэтому, к сожалению, следует ожидать некоторого обострения на Донбассе, по крайней мере, до осени. Дякую. Сподіваюся, що Росія таки схаменеться і якісь, не знаю, економічні, політичні, зовнішньополітичні фактори на неї таки повпливають. А нам залишається тримати порох сухим, чистити зброю і не впадати в паніку, тому що все буде добре 100%. З вами був прес-центр на телеканалі «Відкритий». Не перемикайтеся, дивіться нас далі, бо в нас купа цікавої інформації для вас. Дякую, пане Юрію, за те, що до нас завітали. На все добре, до побачення.